Турция не может молчать. Видя, что происходит с палестинскими братьями в Аль-Аксе, каждый турок не может сдержать гнева и горечи. Тысячи человек вышли на улицы страны, чтобы осудить действия Израиля. Напомним, нападки на верующих не прекратились даже во время священного месяца Рамадан. Людей, пришедших на молитву, разгоняют пинками, шумовыми гранатами, дубинками и резиновыми пулями. Смотреть на эти видео невероятно тяжело. Президент Турции Реджеп Эрдоган очень резко высказался по этому поводу. Террор и запугивание израильской полиции палестинских мусульман порождают в нас печаль и гнев. Видя это, Турция не может молчать. Атаки на Аль-Аксу, первую киблу мусульман, на ее святость и достоинство – это красная линия. Наши палестинские братья и сестры, готовые ценой своих жизней защищать ее, вы не одиноки. Также Эрдоган отметил, что делает все возможное, чтобы повлиять на эту ситуацию. И что вот эти действия Израиля по эскалации конфликта свидетельствуют о глобальных проблемах внутри страны. Это же отмечают и сторонние наблюдатели. Израиль пытается перевести внимание граждан с нестабильной внутренней ситуации на внешние проблемы.